Итак, всем привет, с вами Топгей. Мы начинаем играть за США в мод прекраснейший Total Cringe. Поиграли мы в него уже за Советский Союз, парочку стримов было уже по нему. Вот, мод, собственно говоря, в целом, ну, неплохой. У него более-менее интересные исследования, более-менее интересные фокусы. Я бы сказал, это такая очень жесткая вырезка из Black Ice. Вырезали примерно 90%, но, тем не менее, оставили самые интересные оттуда вещи. Вот исследования интересные, но иногда вот, опять-таки, я вот зашел на США, смотрю их исследования, смотрю эти альтернативы. И вот здесь вот есть альтернативные, типа, три ветки истребителей. И заходишь и понимаешь, что, ну, там разница у них что-то типа вот... Здесь, ладно, здесь еще большая разница. Давайте посмотрим где-нибудь поближе. Ну, ладно, давайте вот так посмотрим. Thunderbolt и Air Cobra. У них разница, типа, один agility, один defense. Здесь больше на один агилити, здесь больше на один дефенса. Вот когда вот такая разница, тебе просто смешно, ну и ты не будешь никогда в жизни исследовать параллельно. Возможно, это вот все это предполагается для параллельного исследования, типа в разные года у вас разные техники, но нет, ты не можешь тратить три ячейки на вот это вот все. У тебя это одна ячейка всего лишь. Так вот, и ну, ты просто выбираешь, ага, 12 дефенса, типа один стат в дефенсе лучше, чем один стат в агилити, и ты просто качаешь вот это. Он еще и дешевле, господи. Хотите больше раньше чуть-чуть. То есть, как бы, вот такие вот смешные исследования, конечно, делают мод очень забавным, как и то, что они называют его сложным. В остальном он, как бы, ну, неплох. Пойдет. Вот, давайте посмотрим, что по фокусам у нас. У нас, как обычно... И я, да, только сейчас понял, что у меня игра на английском, поэтому я спокойно запустил ее на русском обратно. Так вот, будем от Великой Депрессии избавляться потихоньку. Здесь много разных фокусов интересных. Как будто. То есть вот здесь вот, мы видите, у нас еще есть проблема, у нас стабильность падает. Поэтому мы сразу пойдем сюда, чтобы это убрать, ну и там ТНП получить. Потом, скорее всего, сюда, потому что у нас, видите, плюс стабильность и плюс скорость строительства инфраструктуры. А, ну, первое время... Господи, я уже заказал, видимо, я не сохранил то, что я заказывал. Мы будем строить себе именно, как бы, инфраструктуру. Ну, там еще есть опция построить фабрики, на самом деле не такая плохая. Объясню почему. А обычно вот здесь вот ты видишь и на скорость строительства фабриков тоже минус 60, а минус 50, ну кто как балансит в мода, да. А здесь плюс 5, то есть, ну, можно строить фабрики. Но я думаю, все равно намного важнее будет построить инфраструктуру на ресурсах. Получить все нужные ресурсы, предоставить эти ресурсы все для стран. Вот здесь же я настроил, да, настроил уже производство. А я особо пока не делаю, потому что устаревшая авиация будет потом не так нужна. Просто делаем много пехотного снаряжения, как бы... Поездов, чуть-чуть моторизованного всего, потому что это будет очень в больших количествах нужно нашей армии. Мы, скорее всего, будем делать полную моторизацию, потому что, ну, мы США, мы должны это себе позволить. По промышленности я вам что скажу. Давайте-ка мы сделаем вот так, чтобы вообще сравнить. Это очень странная стартовая позиция, так скажу вам. В некоторых модах, ну как, и в том числе в ваниле, у вас очень мало военнозаводов на старте, но при этом много фабрик. Это логично. Это достаточно балансно. А в некоторых модах у вас просто гига огромное количество фабрик. И, ну, дебафы там на постройку всего, кроме там инфраструктуры. И вы строите инфру тоже. Потом настраиваете военные заводы или там конвертируете. Здесь же просто у вас на старте военные заводы всего лишь чуть-чуть меньше по количеству, чем немецкие. То есть вы уже со старта начинаете производить технику военную. И да, понятно, что, ну, Германия там их побыстрее построит, еще что будет, но вы начинаете на тех же цифрах. Хотя, ну, это очень странно. Я бы предпочел, чтобы было 50 вот отсюда, забрали сюда, и у меня отняли ТНП. Это было бы намного логичней. Потому что 56 ТНП это все еще, ну, нормальные цифры. Мне кажется, даже ванили чуть примерно такая же ситуация, наверное. Вот. В общем-то, очень странный баланс. Ну, ладно, в любом случае, поехали в закон о национальном восстановлении промышленности. Ну и будем потихоньку избавляться от дебафов. И вот у нас вентика Великой Депрессии. Лига нации неинтересна. Мы восстановимся. Будет отдаленный на выборах 40-го. Ага, ну, будем стараться избавиться по максимуму до этого еще. Тут зимние Олимпийские игры скоро будут. Ага. Я вот думаю, куда мы хотим пойти. Здесь, видите, фабрика, алюминий. То есть, чуть-чуть по-другому все эти фокусы. Там продовольствие тут тоже все вот это вот. А закон о нейтралитете тоже хорош, потому что он политку нам даст. Но я думаю, сначала мы ТНП снизим и стабильность перестанем терять. А потом уже пойдем сюда в плюс политку. Чтобы все равно нажимать средние силы усилия по лоббированию и все равно в нуле сидим.
нормально. Итак, нам дали новое решение. Завершить плотину Гувера. 3 фабрики. Это мы обязательно сделаем. Сейчас на политку, которая появится. Еще куча строительства бахов. И, ну, я имею в виду исследований. И еще 10 скорости строительства за другой фокус. Но мы этот фокус, точнее, это решение нажмем попозже. Конечно, пока как-то не сильно интересно его нажимать. Посмотрим. Кстати говоря, судя по всему, есть ощущение, что мы успеем и инфраструктуру застроить, и фабрику еще сверху построить. Потому что у нас, ну, реально темпы не так, что и мало. Точнее, не так, что и много. Свободный фабрик, он 3 ячейки строит. Очень даже нормально. А вот, видите, смотрите, можно назначить на скорость строительства фабрик плюс 25%. Это очень сильно. Но нам нужно со стабильностью заниматься. Вот здесь вот есть 0.1 стабильности, я вижу. А здесь есть 0.2 стабильности. Скорость строительства плюс 10 просто. Ага. Ну, давайте, наверное, да. Тут тоже все вот это есть, куча всего. Разрешение. Ну, наверное, давайте сюда в политку пойдем. 30 политки нам это дадут. И мы нажмем эту кнопку на 3 фабрики. Я думаю, так лучше всего сделать. Плюс, конечно же, стабильность тоже нам нужна. Как бы. Вообще, очень интересно. Я так понимаю, это вот сразу показывает, что решение дают. Господи, это так классно на самом деле. То, что тебе пишут, что дают решение. Еще бы так с ивентами все моды делали. А и вот он. Как бы это решение просто ничего не стоит, дает 30 политки для стабильности. Супер, давай тогда фабрику нажимаем. Это тоже мгновенно происходит. Скорость строительства, как я и говорил, когда у нас будет побольше свободных фабрик, потому что пока это не так эффективно экономически. Слушайте, нас даже по политке не особо душат. Можем реально взять закон о нейтралитете, чтобы политку фармить. Но я думаю, что это не так сильно нужно. Мы в один момент все равно, скорее всего, получим достаточно. Верно? Так что давайте вот сюда, вот это выглядит тоже сильным. Инфраструктура плюс здесь скорость строительства, там вон скорость еще просто, стабильность тоже куча всего, потом еще там фабрики, инфраструктура. Это выглядит, как будто нам это надо. И вот это нам тоже, кстати говоря, нужно будет. Давайте пока сюда. Параллельно мы, конечно же, качаем себе разведку, потому что, ну, мы же должны как бы за США что-то делать, верно, нашими агентами. И мы можем взять с опережением на 0.7 лет, то есть, в принципе, там 0.75, почти что все покрываем, вот это вот. Выглядит очень приятно, и мы сразу открываем весь этот блок пораньше. А я, кстати, только-только заметил, локализация, конечно, 10 из 10, а великая депрессия. Ну да, есть такая. О, смотрите-ка, есть фокус. Выдавливается одна фабрика каждые 2 недели, всего 14 фабрик. А звучит интересно, берем, конечно. Нам фабрики накидывают только так, это, конечно, приятно. Так что да, реально, мы застроим всю инфраструктуру, а потом сверху еще фабриками насыпем, и будет красиво. Итак, закон о жилье мы приняли. Сенатор порисает. Господи, у меня такой отрицательный ивент, что-то на сенаторов. Политки сыпят просто жесть. Политки очень много. Ну как сыпят? Она просто дается пассивно, а обычно мы все привыкли, что ее нету. Закон об электрификации плюс 50% скорость строительства инфраструктуры. Звучит очень сильно. Но давайте мы сначала возьмем какие-нибудь другие фокусы. Вот типа вот такого, да? Или типа ТНП. Тут куча всего приятного есть. Нейтралитет, я думаю, пока смысла брать нету. Монро то же самое, вот это все то же самое. Тут как бы мне ничего не будет еще доступно из полезного прям. Так что надо всю экономику делать. Вообще, есть смысл, наверное, вот это тоже сделать ради политики. Но мне кажется, строительство поважнее будет, верно? И давайте стабильностью тоже позанимаемся. Вот эту вещь тоже можно взять, я думаю. Но раньше лет других... Нет, я думаю, давайте 2 темпы пойдем, самое первое. И я, кстати говоря, подумал, что, блин, вообще, может, сначала фабрики бы построить, верно? В чем проблема? Сначала построить фабрики, а потом инфраструктуру. Так только военно-завода не надо. В целом-то, я думаю, так и так нормально, но фабрики будут достраивать больше инфраструктуры. Понятно, чтобы на инфраструктуре будет быстрее это строиться, но вообще, скорее вот так полезнее, наверное, и потом добить инфраструктуру. Но опять-таки, просто у нас нет никаких дебафов на скорость строительства фабрик. Это что есть бафы на инфраструктуру, но есть и бафы на фабрике, вот типа вот здесь 25% сейчас получится. Так что да, я просто привык, блин, что фабрики строить на США невыгодно, а здесь как будто даже очень. Так, ну и делаем молодежную администрацию. 2 ТНП получаем, почему бы нет. Это 6 фабрик. Там в Испании, как обычно, гражданская война начинается, но нас это не сильно интересует. Мы думаем, что нам выгодно сделать. Вообще, я чувствую, что вот это нам выгодно сделать. Это, кстати, тоже видите, ТНП. Мы меняем тут стабильность, прирост, политочка, еще 4 ТНП. Там вот снизу еще
фабрики. Так что давайте, да, сюда и пойдем. Нужно выбрать что-то одно из этого. И вообще мне и то, как будто нужно будет, потому что поддержка войны мне нужна будет потом для каких-нибудь законов, я чувствую. Да. Но у нас есть убрать депрессию вот здесь, которая требует что-либо из этого, то есть что-либо из этих двух фокусов, либо вот этого переселения. Окей, что мы идем, наверное, все-таки туда, думаю. Нужно максимум убирать депрессию. Итак, у нас советник можно. Советник доступен. Ставим, конечно же, на политку первого. И потом уже поставим себе, собственно говоря, Хопкинса, по-моему, его зовут. Да, он на 25 строительства фабрик. А, и видите, у нас не хватает сейчас сенаторов, кстати говоря. Блин, туда по лоббированию надо нажимать, наверное. Давайте так и сделаем. А пока пойдем вот сюда, потому что здесь тоже ТНП и тоже куча фабрик. И вот это, в принципе, нам тоже надо, потому что там куча фабрик. Видите, куча фабрик. Я, скорее всего, делаю это не по оптимальному порядку. Я более чем в этом уверен. Но в целом, я думаю, особо без разницы. По крайней мере, для первого прохождения. Тем более, что США все еще должна быть невероятно сильной страной, у которой не должно быть никаких проблем. И, кстати, мы будем делать тяжелую артиллерию обязательно на США. Мы тем более через вторую доктрину идем, так что я думаю, вдвойне стоит того. Итак, есть план у нас продовольственных товаров. А, и мы можем... Слушайте, мы могли пойти сюда уже, это приятно, но вообще надо, конечно же, от депрессии избавляться максимально быстро. Вот, так что идем сначала в депрессию, конечно. Итак, у нас происходят выборы. Можем внезапно взять республиканцев, но нет, мы, конечно же, берем себе демократов по истории. Народ высказался, отлично. И мы потеряли время фокуса, потому что у нас сенаторов убрали. Так что сзади говорят, я не знаю, что это. Мне очень страшно. Давайте возьмем тогда этот фокус уже, ладно. Потеряли время фокуса, очень грустно. И, кстати говоря, вот эти вот кнопочки надо нажимать. Не надо не забывать, что вот эти вещи даются именно нам по кнопочкам, а не просто так. Но, в любом случае, мы их, конечно же, тоже нажимаем. Получаем бафы классы на исследование. Итак, есть фермерская безопасность. Вот это тоже хотелось бы сделать еще, но пока недоступно. Можно вот это сделать ради поддержки, кстати говоря. Вполне себе как опция. И вот это тоже ради поддержки и фабрик. Я думаю, пока давайте сделаем вот это ради фабрик поддержки, и потом возьмем вот это, потом как сможем возьмем вот это. Ну и нажимаем вот эти кнопочки тоже. Блин, чашу потихоньку убирать. У нас есть такой дебаф. Это пока еще мы не строим инфраструктуру, темпы исследований. Допустим, можно, в принципе. Да, полезно будет для нас. Ой, у нас еще одно только здесь доступно. Выплатить субсидии фермерам за 3 ТНП, получить тоже поддержку. Нам нужно, может, у нас что-то палата представителей просто отмерла все. И строим мы один военный завод, потому что у нас миссия есть на военный завод, который тоже даст нам поддержку. Нам она прям реально здесь нужна. А вот мы исследовали новую тяжелую артиллерию. О, да. США через тяжелую артиллерию в Total Cringe, наконец. Ну и давайте уже наконец сделаем тоже закон о нейтралитете и политику дофармим, потому что нам ее очень не хватает все еще. Нам нужно надо побольше кнопок нажимать, чем обычно. Вот, и параллельно исследуем тоже какой-то флот, потому что, ну, нам, очевидно, нужно построить много будет флот для войны с Японией. Но я не думаю, что там будет что-то невероятно сложное. Вполне себе, я думаю, все реально. Закон о нейтралитете есть, поддержку мы еще получили, но все еще и не хватает. Не знаю, почему-то от нас на выборах убили кучу поддержки, я так понял. Прям очень много. Но демократы же, по-моему, все еще побеждали, я не помню, чтобы... Вроде как это республиканцы обычно убивают поддержку. Странно. Ну ладно, допустим. Нам тогда нужно бонусный законопроект делать, я думаю, однозначно. Давайте тогда да, сюда, потом, чтобы выйти сюда. Но здесь мы тоже лоббирование делаем, субсидии тоже нам должно дать много поддержки. А, вот рецессия, которая депрессию еще больше увеличивает. Ну, что поделать. Живем потихоньку. Япония разрывает договор, но мы с этим ничего не делаем. Идем в этом плане по историческому пути. А вот 150 наконец-таки можем поставить себе парня на общественные работы, которые дают нам 25 скорости строительства фабрик. Это, конечно, солидно. И теперь уже, да, мы можем сделать и то, и то. Слушайте, но ну я бы, знаете что, может быть, даже чашу сделал сначала. Хотя у нас вон идея там на кучу производительности дает. Не, давайте сначала, конечно, вот это, депрессия. Депрессия важнее всего. Так, у нас есть интересные... Тоже интересное решение. Федеральный проект номер один, который 2 ТНП забирает на 1,5 года.
Но при этом дает 0.4 стабильности, и я это беру, наверное. Нам стабильность за счет этого нормально так поднимут. Потом уже ТНП это как бы вернется, можно сказать, кэшбэком за счет того, что стабильность выросла. Потому что, опять-таки, стабильность дает минус ТНП. Я думаю, это очень хорошее вложение. И вот и подходит наш закон о справедливых трудовых стандартах. Тоже мы получаем кучу, видите, там сверху, снизу, точнее. И максимальной эффективности, и скорости роста, в общем-то, очень всего. И мы идем во второй новый курс, наверное, сразу. Просто минус инфраструктуры строительства. Но при этом... Так, нам это все нужно или нет? Площадка судов. А? Нет, здесь мы просто так берем минус стабильность и... Оппозиция, что? Странно. А, я понял. Или нет, не понял. Да, это очень странно. Ты говоришь, или будто можно пойти в Лэндона, и у него тут куча фабрик, куча всего. Там жесткое военное строительство. Интересно, что звучит. Но нет, давайте мы сначала еще вот эти, вот это тоже запустим. Видите, тут на какое-то время это будет идти. Нужно от пыльной чаши этой избавиться. Тоже она дает нам минус ТНП, минус неприятные вещи. Где-то она? Вот она. Население, там ТНП, стабильность. Надо тоже сегодня от этого избавляться, конечно. Мы будем делать потом второй новый курс. Просто видите, он политику дает еще минус. Господи, здесь на самом деле очень повышенные ивенты на минус поддержку, по ощущениям. Что обычно, по-моему, у нас не надо постоянно все нажимать. И пока, я думаю, пойдем вот сюда, чтобы политки накопить. Все-таки я хотел бы не прожимать еще минус политку. Здесь, конечно, минус ТНП есть чел. Это тоже очень круто. Но сначала давайте мы сделаем это. Но все равно политки нет ни на этого чела, ни на что еще. Так что накопим политку, поделаем пока другие фокусы, а потом уже можно и нажать тот. И у нас, кстати говоря, вот есть вот эти кнопки, которые тоже надо нажимать. Они еще и бесплатные. Так, и вот это тоже мы нажимаем. Вот это на самом деле потерпит, я думаю. Это тоже... А это пока мы еще и не можем, нам нужны техи. И мы на самом деле получили себе эту политку. Ну ладно, уже докопим. Докопим, как бы подождем. Лоббирование там у нас прошло. Поддержка вроде да, большая. И пойдем сейчас уже в новый курс и поставим себе минус ТНП. Какой-то ивент на поддержку коммунизма. Коммунизма, ну ладно, поддержали, так поддержали. У нас 1.6 стабильность растет. До стабильности у нас, конечно, дофига, так сказать. Блин, вот все они хотят, чтобы мы им... Так, это окей. Чтобы мы им строили военные заводы. Я не люблю строить военные заводы, потому что у меня дебафы на них. Но, слушайте, поддержка есть поддержка. Так, а Небраска мне нужна. Ищем Небраску. И строим там военный завод. Как второй новый курс есть, можем поставить себе советника на ТНП. Вот этот прекрасный молодой человек. И что тут у нас еще есть? Политическое соединение. О, кстати говоря, можно было дождаться вот этого, наверное. Одна политика по экономии, ну ладно. Форма банкротства. Избавляемся дальше от Великой депрессии. Временное падение Пекина произошло. Япония прям реально задушена. А мы, кстати говоря, сделали вот эту штуку, чтобы начать там шпионить. Как бы пора уже раскидывать ребят. Давайте-ка вот так. Будем смотреть, что там происходит. Капитулирует. Слушайте, Япония достаточно успешно высадилась на юге. На севере пока еще она буксует прям очень. Ну, будем смотреть, что будет происходить. Напряженность поднялась уже. Мы можем уже сделать речь о карантине, которая нам поддержку войны даст. Нам очень важно поддержку войны накопить. И таким образом, на стадии 15 мы сможем сделать изоляцию вместо полной изоляции. Тут еще где-то была поддержка Китая. Вот она, поддержка Китая. Нам нужно управление экономической войны и речь о карантине. Как раз таки эти два фокуса, и мы будем помогать Китаю. Туда мы, я думаю, сейчас и пойдем. Так, реформу банкротства мы сделали. Могли бы в теории туда еще что-то пойти, но пока нет. Давайте речь о карантине, идем в поддержку Китая. О, еще у нас есть на размер палубы концерн. Мы, конечно же, его ставим. И я думаю, что мы сделаем. Вот видите, легкие авианосцы строили. Да и обычные тоже. Их достроим, потом будем делать еще новее. Так, это устаревает. Это, в принципе, тоже... устаревает все. Но у нас все еще есть ограничение по стоимости, к сожалению. Но мы уже можем сюда зарядить хотя бы что-то. Валангары. И плюс, видите, 10 сверх накидывает. То есть, ну, приятно, приятно. Только единственное, я, наверное, не буду делать укрепление брони. Да, это неплохо, но, блин, стоит слишком много. А не так уж и сильно она импактит.
скорость тоже полезна. Давайте так пускай будет. Здесь, не знаю, PvP скорее мне нужнее. И вот такой будем производить. Вот так. Ну, легкие авианосцы нам очень хороши будут и в прикрытии конвоев, и против подлодок, и даже в бою тоже могут пригодиться, если что. И у нас прокл ивент на минус 4 поддержки войны, широкая поддержка из элитаризма, только я Enter на нем уже нажал. Картина агрессоров, окей. А поддержку Китая мы и так можем сделать, что-либо из этого. Допустим, ну не нужно поддержку войны взять откуда-то, а вот это мы и так уже брали. Блин, нас, конечно, сейчас подзадушили этим ивентом. Федеральное агентство работы, кстати говоря, звучит очень интересно. Там, как обычно, речь какая-то происходит очень важная, очень интересная. Блин, а поддержки войны так просто нигде и не найти, да? Давайте-ка вот так нажмем. Да, военная пропаганда — это не то, что нам доступно. Это нам недоступно. Блин, да. Надо подумать. А, слушайте, гордость есть. А, атташе надо отправить. И все, станет просто. Давайте-ка лучше мы отношения с Китаем отправим туда атташе. Ну и, конечно же, поддержку Китая тоже сделаем. И я думаю, можно сильно много не улучшать. Мы с этим фокусом сможем отправить, у нас будет и так плюс 25. Блин, эти речи, которые выскакивают, и их нельзя пропустить, они просто идут на фоне. Хотя я нажал, чтобы они были не включены. Но, видимо, о вашей стране все равно будут включены. Не очень приятно, тем не менее. Атташе. Поддержка войны 24, управление экономической войны. И думаю, на этом моменте мы подзавершим текущую серию. Мы уже потихоньку вылазим из депрессии, как обычно, подстраиваем самые смешные фабрики. Но я думаю, сейчас мы уже прекратим. Я вот сделаю вот это, там чуть-чуть что-то подумаю, посмотрю. Скорее всего, я поставлю вот эту штуку на 2 года. Буду эти 2 года строить себе инфраструктуру. Вообще, наверное, скорее всего, меньше, чем 2 года. Но все равно, достроим инфраструктуру везде. И потом будем на полную строить уже военные заводы, я думаю. К этому моменту мы, скорее всего, сможем избавиться от этих вот минус 60 к скорости строительства. Ну, посмотрим. А с вами, ребята, был DopGame. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, ребят, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.